Як вам ось це? Саме, що необычне може бути, це ми знайшли в цій сумці. Дім, покажи. Це якийсь пограничник. Покажи його удостоверение. Пропуск. Пропуск. Святой человек. Некий Орлов Игорь Николаевич. И что у него в сумке? Документы, хрень какая-то. И тут самое важное, наверное, в жизни человека. Самое смешное показывает. Самый сок. Это... До этого я такое видел только в фильме... С молодым... Как же его... Траволтой. И... Как его? Лысый орешек, как его? И с Брюсом Уиллисом. Это... Ну, это явный БДСМ. Слухайте, може окупанти думали, що це протигаз?